Мне написали в Телеграме человек. Человек сказал то, что работа не пыльная, просто едешь, забираешь деньги, закидываешь его ко мне на счет и все. И больше никаких проблем. Занимайся как-то валютой. Я начал с ним общаться. Он предложил съездить на заказ один. Я поехал на этот заказ. Там был переодетый в маске и капюшоне. Он сказал мне одеть это все. Я пошел, постучал туда, куда он сказал. Забрал деньги того, кого он сказал, закинул туда, куда он сказал. На какой адрес приезжал? Я не помню. Кто деньги передавал? Бабушка. Зачем ты переодевался? Он просил, он сказал, так надо. Где куртку брал? У друга взял. Сколько денег? 88 тысяч. Забрал сколько? 10.